Привет, меня зовут Оля Геркулес, и сегодня я вам покажу, как делать перуанское севиче с изюминкой. Рыбу нужно очистить от кожи и порезать на кубики. Потом выжать сок лайма, добавить чили, чеснок, имбирь, кинзу. Не листики, а именно стебли кинзы. Потом добавляем щепоточку соли и сахар в этот маринад. И обязательно пробуем. Это все оставляем немножечко мариноваться вот еще без рыбы. Нарезаем очень тоненько лук. И замачиваем его в ледяной воде, чтобы убрать горечь. Через некоторое время нужно процедить маринад. И добавляем немножечко свекольного сока. И посолить кусочки рыбы, буквально на 2 минуты. У рыбы тогда откроются поры, и маринад хорошо впитается. Рыбу залить маринадом на максимум 15 минут. Чуть больше, и она может высушиться. P1 – это первый просекко и крудо-бар в Одессе. Он находится на последнем этаже дизайн-отеля М1. Мы разработали перуанское меню, поэтому будем подавать севиче и просекко. Приходите в P1 попробовать необычное для Одессы блюдо, выпить просекко и классно провести время.